наши уважаемые педагоги и любимые учителя, поздравляем вас с Днем Учителя и желаем вам огромного человеческого счастья, добра. Ничего страшного, давай еще раз. Можно? Уважаемые педагоги и наши любимые учителя, мы поздравляем вас с Днем Учителя и желаем вам огромного человеческого счастья, добра и послушных детей. Ну, говорят, что послушные дети не очень интересные, поэтому мы желаем ярких учеников, которые будут приумножать доброе имя нашей гимназии. Еще мы знаем, как тяжело воспитывать и учить нас, сколько труда и времени это занимает. Поэтому вы большие молодцы. И пускай у вас идет все так дальше, как шло хорошо. Все, умница, нормально. Представься, как тебя зовут? Чеботарь Полина. Какой это класс? 7-3. Хорошо. Дорогие учителя, в канун замечательного и действительно всенародного праздника, День Учителя, я поздравляю всех учителей города Барановичи. Ведь наш город действительно показывает уровень профессионализма в педагогической деятельности уже не один год. Поэтому я желаю всем в первую очередь здоровья, хорошего настроения, доброты, чтобы вы сами наполнялись любовью к детям, любовью к вашим семьям, к близким, к родным, любовью к нашей дорогой земле. И чтобы вы могли поделиться вот этим наполнением вашим с ребятами, чтобы ребята, ваши ученики, учащиеся, могли потом отдать это в своих семьях, своим родным и близким. В общем, с праздником, здоровья еще раз, добра, позитива и хорошего настроения. Повторился несколько раз. Ну ничего, там подрежут, если. Точно. Представиться? Да, чисто подпись будет, ну, шильдочка будет, надпись. Фамилия, имя, директор. И говорить надо? Ну просто телеграмму, чтобы корреспондент. Дзявгов Вячеслав Олегович, директор гимназии номер 3 города Баранович. Все, можно? Ну, у нас есть уже небольшой опыт организации флешмобов, вот это делали младшие школьники недавно, а сейчас вот и более старшие классы, восьмиклассники, решили предложить такую идею, поздравить. И остальные учащиеся просто с воодушевлением восприняли все это. Эти дни стояла такая предпраздничная ситуация, что уже все в гимназии знали, что что-то будет, что-то происходит, что-то дети готовят. Дети очень старались, относились к этому серьезно. Вот, и мы... Я уверена, что все будет хорошо, потому что у нас очень хорошая организованная команда. Очень хорошо откликнулись педагоги, естественно, наша администрация. Вообще у нас очень классный, высококлассный коллектив преподавателей. И все у нас организовано чудесно. Я надеюсь, будет... Мы волновались за погоду, но даже вот погода благоволит нам сегодня. И мы чувствуем, как вот преподаватели, такую радость. Видим глаза радостные наших учащихся, ну и нам передается это настроение. Ну и хочется поздравить всех преподавателей с нашим профессиональным праздником, пожелать нам терпения, здоровья, добра, улыбок, и чтобы мы были всегда честными перед собой, добрыми, чтобы наш труд приносил нам удовольствие и пользу людям. И представьтесь, пожалуйста. Я педагог-организатор Горячева Лариса Александровна. Все, можно? Ну, в общем, конкурс очень хороший. И поздравления. Поздравляю вся школа. Это не может не радовать, ведь принимают участие все ученики от младших до взрослых. Ну и хотелось бы от себя поздравить учителей. С праздником вас. Желаем счастья, здоровья. Чтобы ваши ученики всегда вас радовали. Чтобы у вас не было проблем. Ну и успех вам в дальнейшей вашей работе. Отлично. И представься, как фамилия? Никита Левко. Учащийся 11-3 класса.
Поздравляю вас всех. Будет, если он на вас не хотел. Так вот, сегодня, в канун этого замечательного праздника, я задумался, а как же определить вообще творчество учителей и их вообще... У нас-то все классно, но ведь есть еще и другое. Хорошо, когда наши ученики с нами на улице здоровы. Вот это тоже очень здорово. И откуда они это берут? Желаю вам счастья, прекрасного настроения, здоровья еще раз. И большой-большой любви.